короче, из повышающего модуля вот такого и вот обычной батарейки собрали повышающий такой модуль, чтобы электрошок работал. Шокер, короче. А в результате получилась вот такая конструкция. То есть сам повышающий модуль, батарейный отсек, какая-то бушная батарейка, какая-то непонятная ржавая кнопочка грязная. Вот, все провода спрятаны в термоусадке, залиты. Так, все подключено, все работает. Смотрим на искру. То есть все безопасно, все заизолировано. Батареечка меняется. Такой вот блок сейчас я возьму в правую руку. То есть это все, конечно, надо сделать красиво, в красивом корпусе. Можно вот так вот, можно как-то вот так вот, можно кнопочку с любой другой стороны. В общем, сделано из того, что было, но страшно.